Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о лечении простатита с помощью бобровой струи. Наверняка вы читали и смотрели много роликов о том, что бобровая струя может вылечить простатит и аденому. Мы в центре «Второе сердце мужчины» более 3 лет изучали эту тему. Рекомендовали мужчинам с простатитом и аденомой принимать настойку бобровой струи 3 раза в день по 10 мл. И вот какие выводы мы можем сделать. Во-первых, аденому бобровая струя не лечит. Но мы получили много положительных отзывов о том, что процесс приостановился, и более 50% пациентов чувствовали облегчение. В 20% случаев опухоль уменьшилась, но случаев полного избавления от заболевания не наблюдалось. Во-вторых, простатит бобровая струя так и лечит. 80% мужчин с начальной стадии простатита через 2 месяца приема настойки перестали жаловаться на симптомы простатита и в дальнейшем пару раз в год пропивали ее для профилактики. При хроническом простатите также наблюдаются хорошие результаты, но принимать настойку приходится около 4 месяцев, и только около 10% мужчин не получили никакого результата. И наконец, в-третьих, не каждая бобровая струя помогает. Струя, изъятая из убитых животных, работает хуже или вообще не работает. Наилучшие результаты показала настойка на бобровой струе, сделанная из струи бобра, которая добывается безубийственным методом. Но у нее есть один минус – цена. Мы надеемся, что вы получили пользу от просмотра этого ролика. Если есть вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно ответим. Также на нашем портале вы можете задать любые вопросы, касающиеся мужского здоровья, и наши специалисты вам ответят. Ссылка на портал в описании. Всего вам доброго, будьте здоровы! Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать извещения о наших новых видео. Всего вам доброго!